Сейчас он в нас врежется, небось, да? Давайте, пусть будет это... Пусть будет. Нет, ничего интересного. Мне бы, конечно, лучше фабрикатор, чтобы я мог все это скрафтить. Дайте мне фабрикатор, ну, пожалуйста. Ну, позязя. А можно мне фабрикатор? Ну, пожазя. Так, что это? Что это было? Что это было? Всем привет, вы на канале Paratoxis, и мы снова играем в TerraTech. Я на новом танке, вернее, звездолете, наверное. Я его сделал, он у нас уже теперь мощный, летает вполне себе, ну, достаточно быстро поворачивает. Ну, поворачивает не так, что прям быстро, но он весьма мощный. А еще его немножко откидывает назад из-за мощности пушек. Отлично, мы вместе с ним выполнили какое-то задание, окей. Сделал я уже, нашел где-то вот такую замечательную опору Better Future и поставил даже вот такую вот замечательную вещь, которая опускает или поднимает высоту парения над землей. Вместе с тем у нас есть теперь передвижная печка, которая заряжает нас даже когда мы не стоим, поэтому весьма неплохо. И сейчас с этим самым танком мы будем танком. Это уже, наверное, уже не танк, хотя пушки есть, значит танк. Смотрите-ка, у нас есть куб всемогущества, всемогущий куб 3. Я думаю, на него можно сходить и посмотреть. Только делать мы это будем все-таки, наверное, на стрекозе. Потому что, ну, она банально ездит быстрее. Кстати, запечательную вещь мы нашли у Better Future. И, по-моему, она шла в комплекте к тем вот маленьким роботикам, которые мы покупали. Значит, стабилизирующий компьютер. Что это такое? Это вещь, которая позволяет нам останавливаться на месте, если мы никуда не двигаемся. Опять я сейчас все эти сломаю. Не-не-не-не-не-не. Я забыл, что зарядиться надо. Так-то лучше. Кстати, да, я переделал базу, как и обещал, но она немножко... Она вышла не так хорошо, как я ее планировал. Я ее все равно потом переделаю. Ну, потом я покажу, как она выглядит. А вот и третий всемогущий куб. Ты кто? Разве я сказал, что ты можешь приближаться к всемогущему кубу? Поднимись сюда, чтобы я на тебя посмотрел. Вау, забавно. Мы даже не можем пробиться сквозь этот щит. Ну что ж, потом посмотрим, как справится эта машина. Кстати, здесь уже стоит батарея. Вот это вот 4×4×2 от Geocorp. И она, ну, реально мощная. Кажется, я уже видел тебя где-то. А это не тот тех, который уничтожил предыдущие испытания куба? Вот блин, похоже, ты прав. Быстрее сообщите об этом лидеру. А, это ты, мой любимый покупатель. Ты решил наконец купить немного страховки блоков? Любимый покупатель! Нет? Тогда, может, я смогу тебя заинтересовать этим невероятно прочным противоударным покрытием от Geocorp? Всего за 500 тысяч блокбаксов. Погоди, отдам за 499 999 только для тебя. Что за сделка? Все еще нет? Как насчет этого? Что? Ты опять хочешь пройти испытание всемогущего куба? Ха! Я потратил свои последние сбережения на постройку нового куба. Я даже купил немного экспериментальных блоков у одного странно выглядящего теха. Дай взгляну на тебя. Ты выглядишь так, как будто только что с помойки. Может, все еще задумаешься над моим предложением противоударного покрытия? Что ж, я не думаю, что ты реально готов к испытанию, если честно. В этот раз мой всемогущий куб совершенно другого уровня. Даже смотреть будет неинтересно. Иди вниз на арену, если все еще хочешь попробовать испытание. Ну что ж, он как обычно самоуверенно решил, что я ничего не сделал его кубу. Ну давайте посмотрим, мне даже самому интересно. Разве не прекрасно? Скажу тебе по секрету. Я оборудовал его новейшей технологией неуязвимости. Время не имеет значения. Никакой урон не может пройти в эти фантастически непробиваемые щиты. Фантастическая непробиваемость! Просто убедись сам, я дам тебе 20 секунд. Готов? Вперед! Ну погнали, погнали. И правда невероятно, даже не царапинки. Блокбаксы, которые заплатил за это, и правда того стоили. Ошибка, ошибка, отказ в цепи, автоматическое отключение. Этого не должно было произойти. Что происходит? Вероятно, ничего. Произошло время отполировать все равно невероятно защищенную броню всемогущего куба. Подойди ко мне, если хочешь пройти испытание еще раз. Ха, как неожиданно. Его
поле защитное дало сбой, и все. Ха, снова хочешь пройти испытание? Как и раньше, я дам тебе 20 секунд перед своей рутинной полировкой брони. Может быть, я пошлю немного техов, чтобы они сопроводили тебя из области, когда ты проиграешь. Иди вниз и начинай испытание. Ну давай, еще разочек. Так, мы уже наносим какой-то урон небольшой. Что ж, в этот раз он и правда мощнее. Я удивлен, что мы не смогли ему этими пушками сразу же снести броню. Быстрее, миньоны! Пока его оружие перезаряжается, вы видите нашего друга с арены. Ага. Здравствуйте, вы тут решили на меня напасть, но я не думаю, что у вас-то получится. Видите ли, у меня довольно-таки много ракет, которые сами наводятся на вас. Какая прелесть. Ха, похоже, тебе понадобится немного новых блоков после встречи с этими сопровождением. Что ж, у меня есть для тебя еще одно невероятное предложение. Нет? Ладно, приходи поговорить, если снова захочешь пройти испытание. Ну что ж, пришло время взять тяжелую артиллерию. Причем в прямом смысле. Осталось только до него долететь. Готов, погнали. Ай, как плохо стал, ай, как плохо стал. О, тут уже чувствуется урон какой-то. Ошибка, 11 блоков в инвентаре. Я же говорил, ему не тратить так много денег на броню. Вот черт, похоже, он теперь точно сломан. Что за... Это была просто шутка. Ну, подходи ко мне, если хочешь попробовать еще раз. Так, давайте еще раз. У него там еще что-то сломалось. Давайте еще раз попробуем. Готов, погнали. О, да, давай. Есть. А, нет, еще чуть-чуть осталось, я не заметил. Как? Да. Этого не может быть. Ладно, с этим черным кубом покончено. В инструкции четко сказано, что он несокрушимый. Ты не уйдешь отсюда живым. Сейчас лидер выглядит реально злым. Думаю, это самое подходящее время, чтобы свалить отсюда оставшимся миньоном. Ой, тут у нас есть какие-то враги. А, интересно, его мы можем отстреливать? Да, мы можем его отстреливать. Наконец-то. Что ж, это было интересно. Ох, ничего себе, мне дали прям неплохие, интересные вещи. Во-первых, еще одна батарея огромная. Что это? Неважно, какая-то фигня. Потом посмотрим. Кстати, было бы прикольно, если бы мы могли крафтить некоторые вещи только после выполнения каких-то заданий. Кстати, очень много времени назад, я помню, что здесь где-то заспавнился уничтожитель, или как он там называется. Мне было бы... А, вот и он, кстати. Мне интересно справиться с ним. Ох, он большой. Я немножко не достреливаю до него. Чуть-чуть опуститься надо. Вот так, совсем другое дело. Что ж, на самом-то деле он был достаточно слабый, я бы сказал. Упс, у нас тут небольшой конфуз. Я тут заметил, у нас, видимо, сломался. Да, у нас сломалась эта штука. Вот, совсем другое дело. Я ее починил. И сейчас буду лететь дальше. Чего? Я сломал свою ракетницу, блин. Блин, еще сломалась наша опора. Летающая. Да что ж такое? Ну а вот наша новая база. Выглядит нам примерно вот так, но я ее потом тоже буду переделать, потому что немножко она мне не понравилась. Я ее сделал таким образом, что направлены все ресурсы вверх, и якобы их, ну, не должны разрушать. Но тут тоже есть некоторые нюансы. Это, во-первых, во-вторых, я что-то не подумал, что... Когда я буду вот так вот стоять, мне будут немножко мешать ресурсы, которых тут иногда бывает очень много. Так что особо вдаваться в подробности по этой пазе я не буду. Сейчас просто создам недостающий момент. Это у нас ракетница. Ну а то, что мы не можем сделать вот эти... Слушайте, может... Надо, в общем-то, идти делать задания всяких там... Хаукай и... Better Future. Потому что нам нужны фабрикаторы ихние. Блин, это мне тогда придется заряжаться возле базы. Ну ладно. Так, берем зданий.
Так, он спецоперация «Темный тотем», я хочу это посмотреть. А вот и он, наверное. Только гляньте, кого ветром принесло. Штаб прислал мне кучу блоков и назвал это новобранцем? Я сержант Громыха, но ты можешь называть меня так точно, сэр? Потому что это все, что я хочу. Докажи, что ты с чего-то стоишь, и уничтожь вон ту турель. Чего стоим, кого ждем? Шевелись, тупая твоя башка. Вперед, вперед, вперед. Окей, погнали. Ну что ж, это будет для нас так чисто. Разминкой. Быстрее уничтожь эту турель, пока тебя не поджарили. Да что меня может поджарить? Она меня не может поджарить. Турель уничтожена. Я бы сказал, что ты молодец, но у тебя все равно не было выбора, верно? А что это у нас? Наверное, колеса? Да, это похоже на какие-то колеса. Малый гусеничный трак. А это? Малый реактивный двигатель. Ну, окей, окей, хорошо. Ты на часы смотрел, Гайкоголовый? Раз ты заставил меня ждать, тебя ждет самая трудная задача. Постарайся не облажаться, как обычно. По данным, полученным из штаба, в этой области нужно скопление сил противника. Твоя задача — сократить их численность. Вперед! Где? Вон то? А, это какое-то другое было здание, да? То есть я... вот враги, наверное. Ну что ж, это танк весьма мощный. А, нет, это все еще какое-то задание GSO. А, и там еще что-то осталось. Сейчас. Не. Прекрасно. А, да, кстати, у нас версия игры обновилась, и появились вот такие вот, ну, у некоторых фракций, вот такие вот кабины. Ну, окей, пусть будет как бы. А, вот, я увидел, найдите вражеские машины, 8 из 10. Еще где-то 2 машины нужно найти, и задание будет выполнено. Полагаю, это один из них. Да, это один из них, и остался последний. Ну, видимо, вот это он. Наконец-то, чего так долго, рядовой, задание выполнено. Хорошо, ага, вот и наша награда. Давайте, пусть будет. Нет, ничего интересного. Сборщик-паук, кронштейн, какая-то хрень и шлем викинга. Вот что действительно важно. О, да. Захватите повстанцев? Ну, давайте попробуем. Ах, это совсем близко. Здрасте. А вы откуда взялись? Так. Отлично, и теперь это наше. А что это? Вы можете оставить ее здесь или разобрать на нужные вам блоки. Хм, ну это похоже просто какая-то база. Ладно. Так, ну выполнять, конечно, задание Геокорп это интересно, но у нас уже как бы максимальный уровень, и особо смысла я не вижу. Хотя я думаю, что у нас сейчас будет и GSO максимальный уровень. Они, конечно, могут нам что-то дать, каких-то предметов, но по сути у нас все есть. Единственное, они могут дать блоки ресурсов. Вот это правда будет действительно полезным. Но я, возможно, так за кадром чуть-чуть повыполняю еще. Ну тут что-то волна громил. Ну давайте, ладно, волну громил. Это должно быть интересно, в принципе. Сражение, вся фигня. Сходим, посмотрим. А, нападение через 28 секунд. Ну давайте его встретим тоже. В принципе, вы мне не страшны. Так что я буду ждать вас здесь гордо. О, вообще ни о чем. Даже не почувствовал. Хотя, учитывая по количеству зеленых блоков у меня спереди, все-таки немножко почувствовал. А вот и мы. Дружественная машина неподалеку посылает сигналы тревоги. Ну, погнали. Помогите, на меня напали, бла-бла-бла, как они обычно. Ну, давайте. Я готов, погнали. Тихо-тихо-тихо, не надо покидать область. А вы мне чуть какие-нибудь границы вообще выставили, чтобы я знал, где я покидаю, а где я не покидаю? Так, ну вроде я с основной толпой справился, осталось ждать всяких мелких, которые будут приходить постоянно, и уничтожать их.
Отлично. Повышение лицензии GSO до 5 уровня. И да ладно, серьезно, это еще не конец. Что ж, удивили так удивили. Ну, опять его разбираем, он нам нафиг не нужен. Ну, как обычно, всякая фигня. Нахер надо, но пусть будет, как говорится. Отлично, теперь можно глянуть задание от Венчур. Место крушения, погнали. Да блин, я опять разрушил ракетницу, что ж такое? Хм, интересно, как будет справляться наш звездолет, если ему приказать защищать нас? Ох, тяжко, ему сложно ехать вперед, заставить себя ехать вперед. Сейчас он в нас врежется, небось, да? Не, ну в целом, то есть реально создать какую-нибудь такую машину, чисто дрон, который будет летать с нами и отстреливаться, это прикольно, я думаю, я этим займусь потом. Смотрите, здесь ящик доставки, глянем, что в нем. Давайте, на нас сейчас нападут, да? Серьезно, то есть это все? Ладно. Знаете, мне стало интересно даже посмотреть, есть ли в магазинах фабрикаторы новых фракций. Нет, только фабрикатор Венчур. Ну блин, даже не интересно. Я думал их купить. Надо, ладно. Блиц-атака. Защитите машину во время атаки. И у нас на это есть минута 45. Неплохо. И еще 2-3 задания от новых фракций. Отлично. Давайте поедем сразу же. Да, на вот именно вот это задание, блиц-атака, оно находится, я так понимаю, прямо тут. Нам вот это защитить нужно? Правильно? Да, помогите, на меня напали. Давай, готов. Так, а мне надо спуститься. Хм, неплохо. Ну, у нас и правда достаточно мощная машина сейчас. Наш звездолет. А, еще один, здравствуйте. Еще кто-то, ну давай еще. Кстати, спасибо за блоки. А это у нас уже Хаукай. Неплохо. Прекрасно, еще один. Что ж, это было убер просто. Ну, кстати, какое бы легкое здание не было, все равно блоки есть блоки. О, ну да, хотя бы для того, чтобы получать всякие блоки ресурсов, это неплохо. Потому что как раз-таки желтый кристалл нам нужен был. Ну все, а теперь погнали по Хаукай. Кстати, еще один прикольный момент, который мне нравится, это то, что я могу пролететь по лесу, собрать кучу дерева и вот через вот этот вот передвижную печь-генератор накопить себе энергии. Только что у меня было всего лишь две полоски. Дружественная машина неподалеку поставляет сигнал тревоги, помогите ей. Ладно, давайте поможем. Ох, какой прикольный танк. Какой вездеходик. Помогите, на меня напали. Отряд громил, подтягивается. А, ну это, собственно, то же самое. Буквально то же самое. Тоже мне громилы. Какие-то две сороконожки и одна лепешка. Здравствуйте. Ты какой резвый. Но мои пули быстрее. Ой, тут еще одна бзюха. Пф, он там все летает. Спасибо, что спасли меня. Ничего, что тут еще враги есть. Карусель, карусель, кто успел, тот и сель. Приходи на нашу карусель. Ладно, давайте я вам помогу. Отлично, лицензия Хаукай 2 уровня. Дайте комбинатор мне. Вот это все, что вы мне дали. Горизонтальное колесо, двойной блок и магазинное оружие. Давайте поставим вот сюда. Но, по-моему, чуть-чуть быстрее, чем венчуровская. А, вот, кстати, за задание. Тоже было просто за ремонтное поле Хаукай. А, интересно, какого размера будет ремонтное поле, потому что защитное поле у нас огромное. А, ну, такое же. Но оно меньше, правда, в этом плюс. Окей. Мне бы, конечно, лучше фабрикатор, чтобы я мог все это скрафтить. А так мне один компонент, он... Одну деталь нафиг не нужна. Хочешь попасть в утиль, личинка? Не смей ко мне так подкрадываться. Я проследил за целью из нашего черного списка до этой зоны. Тебе предстоит ее уничтожить.
Но если ты не хочешь вернуться домой в виде кучки обломков, не упусти из вида его охрану. Чего ждешь, тупица? Давай, вперед! Так, а куда? Туда, сюда, куда? Ну, наверное, сюда. Отвлеки охранников и уничтожь их, затем сосредоточь огонь на цели, пока не прибудет подкрепление. Что ж, кажется, из себя все же выйдет толк. Да, мы выполнили, так понимаю, самостоятельно, и ничего не осталось. Ничего не осталось. Мы все уничтожили, просто все, в щепки, в дребезги. Дайте мне фабрикатор, ну пожалуйста, ну позязя. Ну позязя. Так, это у нас что? Переработчик ресурсов? Это интересно. Так, давайте я сейчас все это соберу и посмотрю уже в инвентаре. Мне аж интересно стало, там что-то прям интересное. Так, бронепластины, это понятно. Маленькая скользящая шасси. Лазерная пушка Зевс. Ага. Плазменные челюсти, ладно. Радар-наводчик. Он чем-то отличается от нашего? Абсолютно ничем. Воздушная подушка, летающая крепость? Но она охренеть какая большая, 4 на 4. Неплохо. Потом можно будет протестировать. А аэропропеллер, Хаукай, ну, типа, окей. Ну и еще по одному крылу. Ну, это тоже такое себе. Но вот переработчик ресурсов, что это такое? А, господи, что я туплю? Это обычная, ну, не печка, а, ну, да, переработчик ресурсов. Блин, очевидно же. Ну, блин, даже как неинтересно. Так, ну и следующее задание у нас от Better Future. Захватите аванпост повстанцев. Окей, погнали. А вот и он, видимо. Хотя давайте разрушать не его, а всякую мелочь, которая тут летает. Так, есть раз. Ой, ты куда-то падаешь. Куда ты падаешь? Так, спасибо, я заберу. Ты, может, вылетишь из-под меня, не? Защитник и поверженный, теперь ваша база. База ваша. Замечательно. Так, ага, ага, ага. А, ну опять всякий хлам. Спасибо. Так, я базу немножко побил, буквально чуть-чуть. Ага, там враг. Так, а давай ты не будешь разрушать мою базу, да? Спасибо, пожалуйста. Вот он издевается, да? Он сломал самую главную деталь, которая мне была нужна. Это опора воздушная, или как она там называется. Больше здесь ценного ничего нету. Вот, блин, зараза. Опа, и сразу лицензию получили. А можно мне фабрикатор? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Так, у нас еще одно задание по волне громил, так что давайте сразу же его выполнять. И что это такое? А, знаешь, что такое низкие показатели твой? Нет? Неудивительно, Эйнштейн. Штамп сообщает, что мои показатели по уничтоженным силам противника слишком низкие. Если мои показатели низкие, значит твои показатели низкие. Почему у тебя низкие показатели, рядовой? Иди и подними их. Что ж, ладно. А, ну уничтожить вражеские машины, это просто так выполняется. Я хочу сходить на волну громил. Почему? Потому что у нас буквально вот-вот выполнится венчур, еще один уровень. Я, правда, не знаю, зачем нам еще один уровень, потому что, по сути, мы можем крафтить абсолютно все из их фабрикатора, и у нас фабрикатор есть, и как бы... Типа, зачем? Ну, окей, пусть будет. Да и в целом, жалко, что здесь нет какого-то... Дружная машина неподалеку посылает сигналы. Да-да-да, я знаю. Жаль, здесь нет какого-то сквозного сюжета, который вот реально было бы интересно посмотреть, потому что... Ну, как бы, по сути, ты играешь ровно до того момента, до которого хочешь. Потому что задания будут всегда. Боже, можно было найти еще более неудобное место? Ладно, давай, погнали, быстренько разберемся с этим. Чё это вообще не боевая машина была? Там, блин, было 4 колеса и один комбинат, как он, сборщик, и все, что там было уничтожать. Вот, как раз. Еще один уровень.
Хм, нападение начнется через 10 секунд. Замечательно. Еще одно мясо для уничтожения. Пфф. Это было вообще быстро. Так, у нас тут задание для Хаукай — найти ящик доставки. Хорошо, найдем. Блин, мне реально нравится проходимость у этого летающего танка. Я могу просто по горам летать. И это, ну, реально удобно. И сейчас на нас нападут. Да, это было очевидно. Чё там какими-то импульсами в меня стреляют? Чё? Отлично. Опа-на! Рельсотрон. О, вот он. Он такими странными кружочками стреляет. Ну окей, попробуем. Чего? У меня тем временем 142 тысячи? Серьезно? Я успел это заработать просто, уничтожая врагов? Серьезно? Ну да, в принципе, окей. Не то чтобы я был сильно против. Оу, щит! Это нужно срочно починить. Да, я тут пожаловался один раз, что у меня эрудитовых осколков нету совсем. Да, я вот, значит, поставил, тут, наверное, был залежи из 4 эрудитовых вот жил. Я тем временем собрал аж целых 352? 352 блока по 8. Можете посчитать, сколько это денег? Каждый продается по 255. У меня еще тем временем эрудиановых блоков 5 штук. Тут вот таких вот. И они все продолжают накапливаться. Кстати, у нас тут есть задание от мастера-сборщика продать 500 ресурсов. Я не знаю, может, я даже и их продам? Не знаю, посмотрим. Так, а мы же можем ему немножко помочь. Мы можем сейчас часть собрать и просто скинуть на свою базу. Разве это не гениально? Только попробуйте мне что-нибудь сломать. Тихо. Аккуратно там. Вот то ишь, блин. Так, у меня для таких случаев есть хвататель. Так, я тебя сейчас сломаю там, я тебя сейчас так сломаю. Охренеешь. Вот, блин, говно, а. Так, у нас еще осталось убить одного, уничтожить одного вражескую машину. Давайте сразу же это выполним. И у нас будет еще одна выполнена здание от Хаукай. Вот, кстати, жертва. Ох, нифига себе, он там сразу же. Ой, слушайте, он нам успел снять броню, нифига себе. Ну ничего. Так, что это? Что это было? Что это было? Скажите, что это было? Комбинат... Как он называется? Фабрикатор. Переработчик. Фабрикатор Хаукай! Есть! Ах, вот и он. А, только не той стороной. Ах, вот и он. Да, выглядит забавно. Стационарная пушка доставки, вращающаяся опора. Ха. 64, о, неплохо. 64 это довольно-таки неплохо. Стационарная СУ, лабиринт. Ладно, потом посмотрим. Блин, насколько тут все-таки много интересных всяких вещей. О, да, мы же теперь можем. Ионная батарея, неплохо. Передвижная печь-генератор, круто. Мы теперь можем делать генератор защитного поля, что реально очень круто. Нам его прям очень не хватало. Лазерный прицел? Черт возьми, сколько же тут всего интересного есть. И куча нового оружия. О май гад, сколько тут всего. Блин, куча всего интересного, но это уже будем, наверное, смотреть в следующей серии, потому что с этим всем нужно разбираться. Плюс мы выполнили довольно много заданий, поэтому я думаю, на этом стоит закончить. Кстати, у нас следующее задание, я так понимаю, будет... Ну да, это сюжетное задание, мы его отменить не можем, поэтому будем разбираться с этим заданием уже в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Увидимся в следующей серии. Пока!